Сотрудники Главного следственного управления, Главного управления МВД России по Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителей Энгельса, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 и статьи 174 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что в период с 2018 по 2019 годы фигурант уголовного дела, зная о смерти собственников квартир, подделывал документы о признании за ним прав собственности на жилые помещения, а затем изготавливал фиктивные договоры купли-продажи этих квартир. Кроме того, обвиняемый подделывал удостоверение личности реальных собственников квартир, у которых имелась значительная задолженность по оплате коммунальных услуг. Таким образом, мужчина завладел правами собственности на 5 квартир, расположенных в городе Энгельсе Саратовской области. В дальнейшем он продавал квартиры реальным покупателям. Указанным способом совершено хищение квартир и денежных средств на общую сумму 9,8 миллионов рублей. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения дела по существу.